Друзья, всем привет! Как вы знаете, сегодня у нас 11 ноября, а это значит, что как раз-таки настал тот день самой большой ежегодной распродажи на большинстве китайских, а также не только китайских, вообще других магазинов. То есть, скорее всего, в этом году более масштабная распродажа не предвидится. Поэтому у меня есть еще несколько интересных и необычных товаров из Китая, которые есть как на китайском сайте, так я подобрал и аналоги на Алиэкспрессе. Так что присаживайтесь поудобнее, а я буду начинать. А начну я вот с такого первого товара. Это такой диск для разметки круглых отверстий различных диаметров. Имеется сантиметровая шкала, также железный корпус и, соответственно, вращением этой самоделки можно добиться большего диаметра или меньшего, согласно разметке. Например, нужно измерить диаметр вот такой пластиковой трубы, а далее перенести его на какую-нибудь заготовку или где угодно. То есть, соответственно, мы замеряем трубу, так, поворачиваем кольцо в нужную нам сторону. Диаметр взять, можем его считать, вот 2 сантиметра. А далее переносим на любую поверхность. И тем самым мы можем брать любые диаметры точные от 10, вот, то есть от 1 сантиметра до 7,5 где-то. Иногда нужно такие отверстия где-то начертить. Вот эта штука поможет нам это сделать. Далее. Имеется вот такая вот интересная, необычная штуковина. У нее есть рулетка здесь сбоку. Также у нее есть, выдвигается вот такой нож. И как вы думаете, для чего эта приспособа? А я вам рассказываю. Эта приспособа удобна для... Вообще она позиционировалась для резки гипсокартона. То есть это вытаскиваем, сколько нам нужно, фиксируем и режем гипсокартон или какие-то листовые материалы. Я покажу на примере вот такого пенополистирола подкладки для ламината. Как видите, режет все очень неплохо. Далее можно, установив в отдельное отверстие карандаш, уже делать не разрезы, а разметку. То же самое. Выставляем нужный нам размер на рулетке, блокируем и чертим. Штука необычная, но выполняет определенные функции, стоит недорого, держится удобно в руке, рулетка легко фиксируется, нож легко выдвигается, сдвигается, карандаш легко вставляется, вытаскивается. Для определенных задач очень удобная штука. Далее хочу показать вот такой вот необычный диск для УШМ. Очень интересно работает. Цепной диск, но для УШМ. Применял я для обрезки деревьев на улице небольших. Пилит как по маслу, все очень здорово. Главное держать болгарку в руках получше, и все будет хорошо. Тоже интересная штука, я думаю, стоит к рассмотрению. Еще одна интересная штука. Это вот такая вот с виду обычная рулетка, но которая имеет какой-то экранчик. Включается, и это уже у нас тут получается лазерный дальномер. То есть рулетка с функцией лазерного дальномера. Заряжается она от USB, работает достаточно долго, меряет как просто по прямой, так, например, и площадь, кубатуру, треугольник, например, стороны треугольника, площадь треугольника, если фронтон какой-то либо нужно замерить. А также просто замеряется обычной рулеткой. Имеется удобный поясной держатель, который можно повесить на ремень, и рулетку уже будет снимать и ставить проще.
То есть она всегда у вас будет на ремне под рукой. Очень удобная штука. Всем советую. Очень удивлен я такой рулеткой. Мне очень она понравилась. Друзья, вот такие необычные товары я хотел вам сегодня показать. Я ими немного попользовался. И уже могу сделать какие-то выводы. Как раз сегодня распродажа. Финальный день. Так что не пропустите эту распродажу. Ссылки на магазин, где я покупал, я оставлю в описании под видео. Там, конечно, не совсем удобная оплата через PayPal. Если у кого-то есть такой кошелек, то проблем заказать там не составит. Но и для тех, у кого нет такого кошелька, я нашел аналоги на Алиэкспрессе. Думаю, по качеству они, конечно, могут уступать, а может и нет. Проверить я это не могу, так как у меня вот эти товары с другого магазина. Но вы можете заказать на Алиэкспрессе, и, возможно, качество там не хуже. Так что, друзья, пользуйтесь моментом и заказывайте товары по выгодным ценам. Ну а на этом на сегодня все. Вот такой коротенький ролик. Товары необычные, поэтому их у меня немного, но я хотел о них рассказать. Ну а если вам понравился такой мини-обзорчик, то ставьте лайк этому видео, а в комментах напишите, что именно вам понравилось из этих товаров больше. Те, кто еще не подписан на канал, я рекомендую подписаться прямо сейчас и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!